Woo!
Мы продолжаем нашу трансляцию. У нас подходит к концу уже последние встречи в группах. За столом 1, 3, 5 и 8 игры уже завершены. И лишь вот еще встречи за вторым, четвертым, шестым. И на дальнем столе еще 10-й. И вот, по-моему, 7-й. Прошу прощения, за третьим столом еще игра продолжается. Так или иначе, у нас последний запуск сейчас. Девчонки закончат групповые игры. И в 13:30 у нас намечена жеребьевка. Как только я получу жеребьевку из главной судейской коллегии, я обязательно опубликую ее и дам ссылку в нашем онлайн-чате, для того, чтобы вы сумели ознакомиться. И напомню, что будет у нас с 13:30 перерыв до 14:30, и в 14:30 мы начнем следить с вами за борьбой в пятом, в шестом и в седьмом запуске. Это туры групповой квалификации у юношей. Также сегодня нас ждет три тура у ребят, и по окончании квалификации также будет жеребьевка. И уже завтра с 10:00 нас ждет длинный марафон до 8:00, может быть, даже позже вечера начнутся уже встречи финальных сеток. Напомню, в первый финал у нас выходят первые 4 номера из группы, участники и участницы, занявшие первое, второе, третье и четвертое места. Это сетка на 32. И спортсмены и спортсменки, занявшие 5-е и 6-е места, идут во второй финал, где разыгрываются места с 33 по 48 и 7-е и 8-е места. Будут оспаривать места с 49 по 64. 8 групп по 8 участников на квалификационной стадии. Надеюсь, я сейчас, через минут 30, выложу вторую фотогалерею. По крайней мере, я выложу ее у себя на странице ВКонтакте. И также отправлю ее в пресс-службу Федерации настольной тенниса России. И, возможно, сегодня на сайте Федерации появится, может быть, даже уже и две фотогалереи. Следите за обновлениями сайта ФНТР. Ну и также всегда рад буду принять заявки в друзья на своей странице ВКонтакте, для того, чтобы вы получали все объявления в своих новостных лентах обо всех трансляциях, обо всех новостях. Ну и параллельно новости о российском и не только российском настольном теннисе. Алекс Ломаев, всегда буду рад принять, повторюсь, все заявки в друзья. В Чебоксарах сегодня вновь попрохладнело, градусов, наверное, 13, думаю, вряд ли больше, дождик мелкий. Хотя вчера было около 20, мне кажется, градусов. Прекрасная погода была. В зале нет, что называется, худо без добра. В зале прекрасная климатическая обстановка. Многие тренеры и игроки боятся, когда здесь жарко, в Чебоксарах. Поэтому в зале здесь тяжело, поскольку вентиляция здесь, ну, готова, конечно, к апгрейду, если можно так сказать, к обновлению, но пока не всегда ей удается справляться с повышенными температурами. А сейчас
наилучшие, я думаю, условия в зале. Ну и многие спрашивают, какой официальный стол, какой мяч. Официальный стол Butterfly Centerfold 25. Это топовый стол в линейке столов от компании Butterfly. И мяч Double Happiness DJ 40+, 3 звезды в ВТТ. Напольное покрытие, кому интересно, производство французской компании Gerflor. Тарафлекс Тейбл Теннис Портабл. Толщина покрытия 3,7 мм. Четвертая партия с Косарева Богачева доигрывается. Ну и вполне возможно, что здесь еще нас ждет и пятая партия. Но если Богачева сейчас не проявит стойкости и не вытащит этот сет. Она ведет 2-1 впереди. Две подачи с Косарева. Евгения Скосарева из Челябинска, 12-го года рождения. Вот она сравняла счет. Ну и Анна Богачева из Калининграда. У Богачева рейтинг 312 и у Скосаревой 407. Не знаю, с чем так связаны слезы Богачевой. Она и в рейтинге уступает своей сопернице. Два-два у нас. Напоминаю, Евгения Богачева и... Прошу прощения, Анна Богачева и Евгения Скосарева. Давайте с вами понаблюдаем за пятой партией. И затем, напомню, у нас будет перерыв. И будем ждать 14 часов 30 минут, когда в борьбу вступят юноши. Многие здесь уже ребята в зале. Сейчас по окончанию квалификации у девушек. Ко всем столам будут приглашены спортсмены уже, и около часа будет у них на разминку. В это время, кстати, главная судейская коллегия произведет жеребьевку финальных сеток у девушек. Напомню, первый финал места с 1 по 32, второй финал с 33 по 48, и третий финал с 49 по 64.
5-6 у нас на подаче Анна Богачева. Напоминаю, Анна Богачева, Калининград. И Евгения Скосарева, Челябинск. 5-6. Вся на слезах Анна. Просит тайм-аут. Не может справиться со своим эмоциональным срывом Аня. Сколько уже нами было сказано, что все эти слезы и рыдания лишь ослабляют ресурсы, спортивные ресурсы, которые должны быть целиком и полностью посвящены борьбе за столом. Конечно же, задача тренеров и родителей проводить работу психологическую в первую очередь по укреплению психологических качеств своих детей и своих подопечных. Все анализы, все слезы и все прочее, это все после игры. Сейчас это самый злейший ваш враг. Все эмоции. 7-5 с Косарева. Первая подача. Не увидела там плоскую подачу с Косаревой Богачева. Выбросила мяч в аут. Конечно, в таком эмоциональном состоянии очень тяжело, конечно, достигать требуемых результатов. Пять матчболов у Скосарева. Скосарева сама невозмутимость. Абсолютное спокойствие.